Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 22 июня. Оперативное командование «Юг» сообщает о том, что на данный момент в акватории Черного моря находится 5 ракетных кораблей и одна подводная лодка, которые несут угрозу ракетного удара 44 крылатыми ракетами. Также в Черном море находится 3 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сегодня на предельно высоком уровне, но штормовая погода не способствует высадке десанта. В то же время, то, что на море сильные волны, повышает вероятность выброса морских мин на побережье. Также сообщают о том, что сегодняшнее большое количество тревог, напомню, в Одессе их уже было 6, связано с попытками врага наносить ракетные удары по Одесской области. Во время последней тревоги был выпуск ракет, но их уничтожили на подлете к области. Некоторые это связывают с попытками мести за накрытый остров Змеиный. Напомню, что в понедельник наши военные очень сильно обстреляли данный остров. Вот. Относительно взрывов в затоке, судя по всему, это как раз таки были те взрывы, во время которых уничтожили ракеты на подлете к области. По официальной информации на сейчас прилетов ни в Одессе, ни в Одесской области не было. Я на связи, как только будет что-то появляться, обновляться, сразу буду сообщать. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока!